Хорошо. Какие химикаты ты использовал для создания мгновенной клеточной связи? Я добавил кучу всякого, например, окись урана, аналит, дурац... Я убежден, этот плутоний, докую кислоту и немного чесночно-кофейной пиццы? Нет, измерение тоже. Ты прикалываешься? Должен безупречно воздействовать с бикарбонатом натрия. Что думаете, профессор Мороженый Котенок? Возможно, тогда нам стоит добавить получившийся эликсир в ретро-мутаген. Ты создал единственную потрясающую вещь, и не можешь даже вспомнить, как ее создал? Донателло, будь благодарен, что дурачество Микеланджело принесло те плоды, что нужны. Тони! Майки! Ты совсем с панциря слетела? Вздор и предрассудки, благочестивый сударь! Я создавал этот ретро-мутаген месяцами! Фокусируйся на первостепенных целях. Вы должны найти всех обращенных жителей Нью-Йорка и изменить их обратно. Но, сенсей, мы даже не знаем, что с ними стало. Кажется... Если ты уничтожишь его, клянусь, я... Остынь, чел, все под контролем. Я знаю. Кренги забрали их в измерение X. Я вижу их в моих снах. Миллионы мутировавших людей застряли там. Значит, врываемся в TCRI, прорываемся к их порталу и переносим себя в измерение X. У нас может получиться! Мы спасем Нью-Йорк! О, нет, Майки! И у меня есть идеально новое изобретение для штурма измерения X. Водонапорная башня — это твое новое изобретение? Сейчас взорвется! Вау! Это огромный шаг для черепашества, Донни. Класс! Это не совсем то, чем кажется. Пригнитесь! Что ж, было весело. Теперь слушай меня! Они ищут людей. Нет, ты слушай меня! Сейчас я преподам тебе урок, я... Что здесь происходит? С каких пор ретро-мутаген начал так делать? Сопротивление Кренгу — это то, что известно как бесполезное. Приготовьтесь быть мутированными Кренгами. Вау, степень его связи феноменальна! Не могу поверить! Это сэкономило мне месяцы лабораторной работы. Хорошо, давайте посмотрим. Одна маленькая капля. Пожалуйста! Не делайте этого! Нет! Нет! И я могу превратить целую колбу мутагена в ретро-мутаген! Майки, ты потрясающий! Вы двое в порядке? Я знаю. Вау, мы что, неожиданно попали в какое-то альтернативное измерение? Черепаха-пришелец! Ну что вы, все в порядке, мы же только что спасли вам жизнь! You